Партнер проекта ООО «Скважина-сервис». Промывка скважины колодцев, извлечение застрявших насосов. Всем привет, это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, сегодня хорошо. Я впервые с начала недели без зонта. Ну, я думаю, просто нам с оператором повезло, так как ливни продолжаются. Но, тем не менее, мы продолжаем инспектировать наши невероятные пермские дороги. Сегодня поговорим о знаках. Готовы? Тогда поехали! Мы находимся в Мотоверихинском районе на улице 1905 года. Те, кто ездит на машинах, прекрасно знают вот этот знак. Парковка. И автомобили нужно ставить вдоль, а не поперек. Но почему-то практически все здесь нарушают правила дорожного движения. Вот, пожалуйста, наглядный пример. 10 машин и все нарушители. Конечно, вот так парковаться удобнее, особенно для тех, у кого нет опыта. Но если есть знак, значит, необходимо, наверное, соблюдать правила. Тем более здесь очень часто дежурят сотрудники ГИБДД, но почему-то никого не штрафуют. Иначе, я думаю, столько нарушителей бы не было. Когда захотим. Вот мы прошли чуть дальше и видим, некоторые участки есть, где нарушителей нет, правильно паркуются. Я, собственно, почему привязался к этой проблеме? Да потому что, во-первых, это небезопасно, такая вот парковка, особенно на этом участке. Улица 1905 года, в часы пик, здесь сплошной поток. Три ряда. И когда кто-то вот так вот выезжает, случается аварийная ситуация. И бывает так, что кто-то кого-то обязательно заденет. Отсюда и жалобы. Но радует, конечно, то, что не все нарушают. Вот наглядный пример. Двое нарушителей, а дальше автомобилисты стоят правильно. Вообще, конечно, это не их вина, это наша с вами беда, ментальность, поскольку все паркуются, и я так припаркуюсь. Вот, собственно, отсюда и нарушение. Вот, пожалуйста, вот такой вот нюанс. Задняя часть автомобиля сейчас находится прямо на проезжей части. Как я уже сказал, здесь в часы пик очень интенсивное движение. И вы представляете, кто-то вот едет по своему ряду, а здесь вот такое вот чудо торчит. А если он начнет еще чуть-чуть выезжать, буквально 30 сантиметров, и все, ДТП не избежать. Мы сюда приехали и явно навели здесь шороху, поскольку нарушителей все меньше и меньше. Конечно, это должны делать не мы, а сотрудники ГИБДД. На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения, ну и самое главное, удачи на дорогах. Пока! We'll be right back.